Вы умеете что-то играть? Ты угораешь. Ну, мой уровень тебе не подходит. Не подучить, я не учитель для тебя. Вы просто уже такой второй человек, который... Друзья, всем привет, я Николай Попов, гитарист группы The Light 3, а также играю на гитаре 20 лет. В прошлом видео вы набрали 2000 лайков, поэтому я снял новую часть, где я звоню преподавателям Савита и сразу показываю свой уровень игры на гитаре. Посмотрим их реакцию. И если это видео соберет 2500 лайков, то я буду снимать следующую часть. А чтобы не пропускать новые выпуски, то подпишись на канал и нажми на колокольчик, а также напиши любой комментарий, это сильно поможет продвижению моему каналу. Комментарии, которые мне понравятся больше всего, я буду публиковать в историях своего Инстаграма. Смотрим видео. У вас есть гитара? Да, вот она. Хорошо. Так. Вы умеете что-то играть? Да, некоторые песни вот изучал. Можете показать? Чтобы как, сложные или какие-то легкие или что? Легкие, просто, ну, какие хотите. Хорошо, а сложные какие? Сложные? Ну вот я вчера учил одну песню. Такую. Играть, поэтому вряд ли я могу вам чем-то помочь. Я вижу это и по руке вашей правой, она очень хорошо стоит правильно, то есть левая рука также играет хорошо. Я думаю, я не смогу вам помочь. Вы какое-то видео снимаете? Почему? А вам такие попадали, что ли, уже, или что? Нет, я сама такие видео смотрю иногда с интересом, поэтому я предполагала, что такое может быть, вот, но... Здорово играете, то есть сами не поете? Не, или... не пою, только играю. А почему не поете? Не, я могу петь, но как бы да? В основном играю. Ну, хорошо у вас получается. Ну ладно, да, я снимаю видео. Я поняла. Здорово. Ладно. Что я могу вам тут сказать? Изгиб гитары желтый, я думаю, играть его. А вы что, классику играете или что вообще? Я учусь в музыкальном училище, да, я играю как бы... Далее. Ну, кстати, круто. А что это было? Это была тарантелла. Всякие такие, а что еще играли, интересно? А, это Вилла Лобос, да? Да, мне тоже он нравится. Ну и так далее. А можете, да, вот это сыграть? Типа вот тут... Ну-ка, там есть такой момент, я забыл. Я уже давно играл, на самом деле. Кстати, круто, да, я хотел когда-то выучить. Кстати, редко такие преподаватели попадаются, которые играют именно классику. Ты угораешь. Здрасте. Бля. Так, что такое? Ничего, я там своим. Своим? Да.
Николай, да? Правильно? Да. У меня просто первый. Ты первый, кто ответил на мое объявление. Объявление висит уже давно, но ты первый. Понял. Это. Чему научить-то надо? В принципе. Ну, песенки, я не знаю. Играть лучше, наверное. А можешь показать, что лучше, в принципе? Сейчас. Я так играть не умею. Я хотел выучить эту песню, но у меня так и не дошли руки до нее. Нормально. Ну, а что-нибудь типа из бочки щелчка, там, из перкуссии, знаешь, что-нибудь? Ну, вот это знаю. Чему мне тебя научить тогда, если, ну, прям, ну, единственное, что я могу, это, ну, ну, типа, что-то такого, ну, очень даже, ну, я тоже, да, я знаю. Тебе не подходит. Не подучить. Я не учитель для тебя, честно. Почему? Ну, потому что вот это максимум, что я показал. Ну, я тебе не помощник тогда. Ну, серьезно, просто это... Я к новичкам. Так я, получается, первый ученик еще, да? Еще, да. Первый ученик, да еще и... На самом деле я видео снимаю. Не видел такие видео? Да я знаю тебя. Ты меня знаешь? Да. А ты, подожди, ты вначале... А как ты? Ты вначале сказал что-то... Ты меня узнал с самого начала? Да, я тебя узнал, но потом решил подыграть. Я всех почти ютуберов знаю, гитаристов. Ты... Круто, кстати, играешь, очень круто. Нормально. Спасибо. 20 лет играешь, я с ним понимаю. Ну, уже вот, мне позавчера исполнилось уже 21, можно сказать, играю. 27 мне исполнилось 2 дня назад. Я говорю, объявление висит уже, не знаю, месяцев 5-6, никто не писал ни разу. Сцену поставил, самую низкую. Это не ради денег, а просто, типа, интересно кого-то научить. Ну, хотя бы понять, возможно ли, ну, типа, могу ли я кого-то чему-то научить? Пока нет. Пока. Ну, видишь, тебя научил, вон как заиграл. А ты на меня подписан, что ли, или ты просто смотришь? Подписан. А. Ну, я тебя выложу тогда, хорошо? Да, без проблем. Здравствуйте, слышно? Что-то видео у меня не видно. Вот. Вы писали, вроде бы, вы уже играли давно. Ну, кузнечика играл там, ну... Thank you.
Я просто больше по аккордам и таким песням специализируюсь немножко другим. Скорее мне надо у вас учиться. Может, вы что-нибудь сыграете тогда? Хорошо, давайте я сыграю. Давайте. Наверное, слишком влюблён. Если бы начал слушать эфиру, листаю твое фото в альбома, уникать в тебе тысячи раз. Вот. Ну, круто, круто. Это нервы, да, были? Да. Я даже попробую сейчас. Похоже. Очень. Лучше оригиналы. Правда, по-моему, в другой тональности пели чуть-чуть. Вы просто уже такой второй человек, который... Уже второй, а кто был первый? Ну, тоже мужчина лет 20. Одного года, может быть. И что, он звонил? Тоже мне такой, я хочу учиться играть. Я, хорошо, давайте учиться. Сказал, что умеет играть. Начинает играть, я понимаю, что это скорее я в учениках. А как его звали, интересно? Илья. Илья? Да. Или Ильяс? Или Ильяс, не помню. И что, вы позанимались с ними, что? Минут 10 поиграли, он мне сыграл несколько композиций, я сыграла другую песню. Понял. Вот так. Ну, я примерно понял, кто звонил. А, ну мы тут все знакомы, что ли? Похоже, мне пора убирать это объявление. Могу лишь научить нотной грамоте, играть нет. Но вот на грамоте это до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Да. Ну, где находится где до ре, где ми, ну, типа... Нет, просто нотную грамоту. Ну, давайте как. Вот до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Вот. Мне вас нечего учить, тут я... Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме, ссылки в описании. А также не забудь поставить лайк этому видео. Смотрим дальше. Меня зовут Редми, вас Николай, да, зовут? Николай, да. Очень приятно. А что хотите научиться играть? Ну, я уже умею играть, хотел бы лучше научиться играть. Какой уровень? Вот что вы, например, можете показать? Классику, наверное, классическую какую-то музыку. А ноты можете читать? Да. Могу предложить к изучению коня любе. Угу. Сейчас я вам наиграю. Там еще вторая часть. Вот у меня как раз есть ноты, и мы можем прям по нотам пройтись. Сейчас я вам... Так, куда бы вам скинуть тогда? Мне кажется, я это быстро прочитаю. Вот. Ага. Ну вот, я могу сейчас по нотам прям. Чуть потренироваться, видите, да, как бы там пару раз сыграть. Ну, круто, круто. Я даже не знаю, мне кажется, мне вас особо нечему, потому что такой, так уже с листа хорошо читаете, даже лучше, чем я, бы сказал. Вы прям ноты читаете, не табу? Ну, да, я по нотам, да, читаю. Я сейчас по нотам читал, да, не по табу.
Вот. Круто. Я не вижу вам, для вас смысла в обучении у меня. Ну, может, давайте что-нибудь еще сыграю, покажу, там, что еще могу, чтобы вы понимали. Да, давай. Я деньги, естественно, не буду никакие брать. Блин, классно, классно. Мне кажется, вам самому нужно преподавать. Так. Не думали об этом? На самом деле я преподаю. А, круто, круто. Ну ладно, это пранк был, это розыгрыш был. Я так и подумал. На самом деле я ролики снимаю на YouTube. И что, я попаду на какое-нибудь видео в какой-нибудь... Ну, я бы хотел уставить, как, не против, если я вставлю там кусочек? Не, не против. Я, главное, не облажался нигде. Спасибо за пранк. Прежде чем начнем, хочу спросить, сколько вы занимались на гитаре до этого урока и как давно? Ну, года два, наверное, занимался. Ну, давно. Не помню, лет 5 назад, наверное. А что играли? Ну, такие простенькие играл, там песни, типа... Потом играл там... Это вот... Знакомо? Да. Испанск. Простите, мне кажется, вам нужен более серьезный преподаватель. Сейчас, ну еще раз что-нибудь покажу там. Вот эту играл испанск. Ну, такую простенькую. Типа... Типа... Что... Из классики играл вот Джулиани, не знаете, большую увертюру. Знаю, да. Ну, 5 лет не играл, вот сейчас, правда, подзабывал. А, Диенс, Небесная танго, может, знаете. Нет. Ну, помню, припев там только. Ну, забыл. Что мне с вами делать? Надо было сразу обговаривать, сколько вы прошли. Вам нужен более серьезный преподаватель. Я боюсь, что у меня не получится. Я боюсь, что у меня не выйдет с вами работать, потому что у вас достаточно серьезный уровень за 2 года. Если вы за 2 года это все прошли, освоили, это очень хорошо, это просто прекрасно. Ну ладно, на самом деле это розыгрыш был. Я тоже закончил училище. Вы серьезно? Ну, серьезно, да. А я смотрю на вашу гитару и думаю, откуда такая хорошая? Не, гитара, кстати, не очень. Это моя первая гитара в училище, я на ней играл. Это СТФ. Ну, нормально. Ну, просто сам факт того, что человек предположительно 2 года учился и мастеровую гитару себе приобрел, это довольно необычно. Но это не мастеровая, это такая... Хотя мастеровая, она выглядит хуже, чем вот эта. Вот эта более красивая. Ну, так, внешне, если просто посмотреть. Понятно. Ну, ладно. А зачем? Мне это зачем написали? Сейчас съемка была. Okay. Как, вы не против, если я там некоторые моменты выложу? Да, конечно. Так вот выкладываешь свое объявление на Авито и прямо представляю свою преподавательскую деятельность. Это будет просто замечательно. Будут звонить люди из консерватории просто играть мне.
А я сам преподаю, кстати, онлайн. Вот. Отлично.